Всем привет, с вами Гэмби. Сегодня мы играем в Play Time 3, глава 3. Он глубокий сон, и мы сегодня Владик, поздоровайся. Всем привет. Он просто будет в наблюдателях, ну, просто будет своими делами делать. А мы начинаем. Опа, что это? Что это такое? Мы этот, катнап? Мы катна, поняли? Мы теперь монстры. О, нет. Меня скинули на парашу. Где? Во-первых, что мне так лагает? Бан сдох. Во-первых, я не понимаю, что это такое. И что мне делать? Вот потише печатай. Это чё? Ага, это паркур, окей. Я сдох. Как можно лохануться? Так. Меня заскамили опять. Блять. Все равно надо проверить, что за говно. Поле зрения, окей. Гамма, 100. Да ну в жопу. Экран, насыщенность, 53. Еще больше лагает. Окей, гамма, 42. Я уже нормально. Мне еще больше лагает, по-моему. Не, я не понял прикола, что-то вообще, как это делать. Тут пробираешь не на изи. Ой, изя. Там кто-то был. Блян. Я что? Не надо мной издеваться? Да, издеваюсь 100%. Почему меня тут пролагивает, я не понимаю. Блин. Котяра. А, все, я понял. Как это делать? Сейчас упаду. Я посру.
Сейчас скример будет. Чё и где? Кто это такое? Размести батарейку. Где еще зеленая? Что за звуки? Я боюсь скримеров каких-либо. Ладно, что это такое кетчуп? Телефон. Мне опять FPS. Эй, эй, я чмо? Почему так лагает? Ну скажите, пожалуйста. Ну что я? Что? Я что-то не выключу. Погодите, мне надо... запись. Все, я сделала это. Я уже без тебя знаю. Думал-то Поппи. Ну, конечно, в шоке. Что это такое? Так, что есть такое? Какой-то беспредел. Стульчик. Я что-то боюсь. Маленько. Код стрёмный. Чё? Что, блин? Делаем так, так. А, QE. Я не помню, что я сделал.
Идет что-то очень тупорылое, потому что мне ничего. А нет. Куда садик? Тут кто-то был? Или мне показалось? Не реально сейчас, мне сейчас ночью, мне сейчас ночью, мне реально в это страшно играть. Это больше не вам, не игрушка никакая. Это вам уже третья часть стрёмная, это вроде последняя. Я не знаю, какая-то часть. Но она жестко хайпанула вроде. Я ни единого спойлера не видел, ни единого. Не, ну я смотрю только лишь трейлер. Ну хотя это считается за спойлер, ладно, пофиг. Чё, где? Hello. My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more? I asked around once. Money. I never have enough. Understanding. I can never get any. Faith. The common man has lost it. Each answer was different. А если реально поменять это лишь гамму? Окей, надо 29. And I could perhaps see some little fruit in each, but I think each was also missing something. Something simple. Not one of them could muster a smile. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. Or it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare, our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Всё мне страшно. Я знаю. Где статуя-то? Нет. Это тут. Это что ли?
Сколько есть посылочка? О, Хагис, я рад тебя видеть. Я не понял, куда идти. Видишь статую? Какую статую? Ой, зачем статую? Для чего статую? Сюда вроде, да? А куда? Только сюда максимум. Или сюда. Откуда он меня помнит? А где ключ? Надо поискать. Прикол в том, что у меня просто дверь не открывалась. Прикидывайте, да. Офигеть, я сам в шоке. Так у меня пролагал, значит, тут есть какая-то напа. Что ли? А что тогда? А, прям вагонетки. Сюда, да? Хранение. И загрузка. Это продолжение. Так, как нам тут был? Я не понял, что мне делать. Мне нужно делать что-то крутое. Так я же что-то нашел. И мы что, будем драться с охранниками? Это же зеленый.
Для охранников. Что? Ух ты, это что такое? Не знаю, что это, но это выглядит круто. Что это такое? Закрой дверь, пожалуйста. Чё, нет? Это покрутить. Капнап. Он чё, издаёт этот красный дым? Куда она позвонит уже? И что мне делать? Пытаемся понять. Головоломки недоделанные. Тут что-то есть? А? Ничего. Паркура. Эх, нельзя паркурить. Обидно. Мне же надо что-то сделать. Оффлайн. Пустите, пожалуйста. Хаги. Хаги-ваги. Вопрос. Ой, ну тенту. Что-то интересно, да и есть. Опять кетчуп. Что за реклама кетчупа? Ты что, бы не хоп? Ой-ой-ой. Бонни! Так, найс. Nice. А тут как? Тут по-нашему. Не понял как. А. Все, я понял, вопросов нет. Чё? А что делать? Выбираем сюда. Я что-то не понимаю, погодите, что делать?
Ой, блин, я красавчик. Смотри. Я должен оттолкнуться и что-то здесь сделать. Я должен сюда попасть, типа. Нет. Все, приплыли. Фу, боже. Нет, мы не приплыли. Как он тут поднимается нафиг? Опять кетчуп. Надоели рекламировать уже кетчуп, сколько тут реклам. И головоломка опять какая-то. Я не понял. То есть смотри. Это значит, смотри, поменяем ручку. Опа, ручку. Нет, нам что-то надо сделать. Вверх. Нет, он отделён, по-моему. Я что-то делал не то. Я не делал что-то гениальное. Это не столь гениально. Ты смотри. Тут хаги миллион. Так это было открыто. А куда ее? Чуть не понял. А на проект он может быть какой-то, слышишь? Сила, значит, нужна какая-то. Окей. Стоп. Опа, я, кажется, понял. Надо было другой рукой сделать, дебил.
и любовь вообще. Унес, я все-таки не тупой. Зеленый, да? Чего? Все равно не понял. Сюда смотри. Смотри, берем. А, надо теперь что-то еще сделать. Смотри, ты гений. Когда мы еще что-то взять? Офигеть, я гениальный человек. Стоп, я чё? Опять все закрылось? Вообще, капец. Только теперь нету там, на смотри, нам надо туда набрать. Хе-хе-хе-хе-хе. Я дебил. Я не помню, как я не знаю, как я это сделал. Но я эту сделал. Все, наконец-то. Так, перезапустил. Все, мне страшно. Поби, поби. Зайди, 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 зайди. Она офигела? Мне бы, блин, помочь. Не, мне в это реально страшно играть. Типа, на две другие части было как-то пофиг. Но это капец. Всех частей. Все, я жив. Можешь, пожалуйста, уйти домой? Лагает. Так, а тут свет есть? Нет, тут нету. Ой, ключик. Home, sweet home. Позвони, пожалуйста. А, нет. Home, sweet. О, нет. Это Playhouse, что ли?
А, нет, не говорите, что мне надо туда. Вон туда. Чё? А? Чё? Всё, мне страшно. Я боюсь, я боюсь. Всё, жопа, это жопа, это жопа, это жопа, это жопа, это жопа, это жопа. Мне жопа, мне жопа, мне жопа, мне жопа, мне жопа. Я быстро выключил песенку, отдохнул. Но нет, мне стрёмно, мне страшно, я боюсь. Ничего, я мужик. Тут был катнап. Чё, где руки мои? Это как во второй части. Сейчас кемак будет. This morning, as of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate. Following recent events, Playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say. Quote, "It's sickening. Elliot Ludwig was a great man. And those who knew..." Беги. Мне страшно. Привет. Все, я продолжу только утром. Я не могу, я сейчас обоссусь. Ничего, я мужик. Я это сделаю. Мне пофиг. Давай. Давай.
Я выжил. Все, можно ты уйдешь? Ладно, мне кассету смотреть. Фух. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts. Это Хаги. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are invincible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Сожрать. Perhaps they'd smile at you from a shadow. Smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Пластмассы. Waiting patiently for their turn at a warm welcome. Очереди. They won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. Пошли, у меня мурашки по коже. That's theirs now. Welcome home. Что это такое? Что это? У меня это Хаги. Я бегать не умею. Мне показалось, что рядом со мной кто-то прошел. Тут кто-то ходил. Как уйти отсюда? Ой, мне не надо уходить. Ничего, да и надо сделать. А что я понял? Мне же идти к нему, да? Правильно? О, нет, мне надо к нему выползти. А, прикольно вообще, да? Хайд, хайд. Эй-эй! Посмотри на меня! Жаки, Семиси, пожалуйста, помоги мне! О!
Уже одну заселил, что ли? Слепой. Спросите, кому я скажу мне. Любимчик. Я хочу в туалет, капец. Я сейчас обоссусь. Все, буду я только завтра. Ладно, ребят, с вами был я, Гамби. Всем пока. Я вас.